Всем привет, с вами как Данил сообщество, и поэтому я вот это не уже и забыл этот ролик снять, я не знаю где, я просто самый пропадал, который я забыл заснять, а про это же, куда мы поедем с вами вообще, в какой-то на Новотроицк или куда-нибудь на Никель еще, ну, наверное, где-то обзор мы можем сделать вообще в понедельник, а это же, когда у меня, когда появится этот обзор про этого велосипеда вообще, вот я уже и снял колесо, там я знаю, что это такое вообще, ну, это порванное, это как его, ну, я не знаю, что это такое, это как его, ну, шина так называется вообще для этого велосипеда вообще, и вот это тоже порванное, здесь вот лово, здесь вот это, неровная какая-то, а здесь у вас с той стороны ровная вообще, а вот здесь вот порванное. Тут то же самое, что Максим был прав, что надо еще и каждый год менять эту шину. Вообще, пока ни в коем случае мало чего-нибудь там случится. Может, на дороге что-нибудь случится, какая-нибудь опасность или еще что-нибудь вообще. А вот это с другой стороны, короче, колесо это ровное вообще, накачанное. А здесь вот заднее вообще, ну, как бы поломанное. Дальше я хочу сказать... Здесь я, короче, снял это колесо, кстати. Ну так, это специально я этим открутил специально. Ну, чтобы потом еще и Максиму сказать и показать об этом. И что сказать, что я 1873 потратил вообще на это же, на эту камеру и для этого, для накачивания, для автомобиля, еще это. Так называется. И он 2 мая, помните еще в этом сообществе, когда я прислал фотографию, что Максим наехал на меня и мне плохо стало, а потом решился в комнате еще посмеяться вообще. А Максим сказал, ты что вообще с ума сошел что ли на таком колесе ехать, а взорвется и что потом будешь делать вообще? Никто тебя не спасет вообще, никто тебе не поможет, блять, и все, пиздец нахуй. В общем, так, когда они отремонтируют, и теперь можно куда-нибудь ехать вообще, на таком вообще колесе заднем вообще, на новом. Не знаю, когда пройдет это сегодняшний день, ну, наверное, там доставки, короче, они будут вообще. Когда после доставок в Эксперте я сделал вообще. А этот ролик я знаю про историю Эксперта, когда это все начиналось вообще. И вы еще это посмотрели на этих там 20 просмотров на Ютубе вообще. История про Эксперта бытовые техники, то, что у Роберта я работаю в Эксперте. И мне эти бабки платят вообще. Вот и поэтому я и сразу купил это шиноколесо. Он там где-то здесь на кухне вообще. Ну ладно, короче, я кое-что вам сказал, как это сделать вообще. Ну, сначала открутить, потом выдавить вообще, ну, как бы пальцем и спустить, ну, как бы открутить это же бы специально такое вот. Потом раз и сдушили эту камеру и поставили тут новый вообще. Все очень просто и да. И трудно вообще, а с машиной так это тяжело и на скутере, блять. Это вообще хуёво. Ну короче, я-то объяснял, что это вообще такое вообще. Как это колесо менять вообще? Сначала, смотрите, я повторяю. Открываете эту крышку, потом скачком сдуваете или как-то просто руками сдуваете вообще. А потом раз и поменяли за место как бы другую как бы камеру и шину тоже поменяли. Все, нахуй, и поехали. Короче, всем пока.